проекта вообще является, идея самого проекта, это мы хотим взять какой-нибудь горч убитый. Если честно сказать, у меня уже от самого вида машины падает настроение. Начнется вся эта история. Ну вот, вы дождались, выехали мы. Сегодня будем смотреть машинку. В соседнем городе она, это Гродно. 260 километров от Бреста. И мы двигаемся. Долго думали, но решили, что автомобиль это будет Golf 3. Потому что второй Golf... Что-то очень странные года, да и сами по себе они не очень. Ну а команда у нас в составе 5-й группы. Там же Сергей, у нас замдиректора, и Славик. Водитель. Водитель, да, личный, с некоторых пор. Водитель для вас всех. Да. И мы продвигаемся. Постараемся заснять, как мы там выбираем. Ну, думаю, будет интересно. Отменяли. Да, машина задняя по номеру. Одно время их отменяли. Сейчас где-то, я не знаю, люди выкапывают и ставят. Металл хороший, шкуры хорошие. Не, я не знаю, почему вот эта мода такая, к чему. Но мы подъезжаем к Гродно. Не передать. Честно, даже снимать не стали. Это слов нет. Весь гнилой, дыра на дыре, днища вообще нету, крылья отваливаются. Цена изначально 1100 была, это вообще дикая. Но мы даже торговаться не стали, потому что мы его не купили бы даже за 200 долларов. Да, внутри салон ничего можно сказать, оно там на живом месте нет. Я расстроен. Немножко сели перекусить. Сели перекусить? Да. Подумаем. Сейчас, может быть, заедем на рынок, если мы найдем Вишневец. Рынок здесь есть. Посмотрим, может, там что-то есть из машин. Да. И мы подумали, что... Что мы подумали? Мы лоханулись, походу. Немножко. Ну, да. У нас нет. Нет, почему мы лоханулись? Мы посмотрели. У меня была фотография, мы сейчас посмотрели. Да. Ужасно. Не, но дело-то не в том.
А плохой опыт — это тоже опыт. Но дело в том, что мы могли бы ее и торгануться за 500 купить. Но поверьте мне, там даже за 500 такой геморрой себе на голову купить. Но самое обидное то, что ее же купит кто-то. Да. Кто-то купит под предлогом, ему там нагрузят, там 4 колонки на лоха сзади. Музычка классная. Салон диски литые, да. Салон чистенький, салон чистенький. Но под салоном нету на чем держаться сиденью. Да, он провалится. Слева задняя вообще дырки там. Да, так что какой-то молодой паренек купит себе первую машину, и тут он поймет, что он попался в такой геморрой. Хорошо, если он это рано поймет, а не когда он будет по асфальту под машиной ехать жопой, когда у него сиденье провалится. Это да. Это лучший вариант будет. Ну, машина развалится. Куча шпатлевки. Машину пытались сделать под тюнинг тоже. Вот, все зашпатлевано, шпатлевки вот такие слои. Берите картошку. Да? Лучше не знаем, сейчас поедем на Вишневецкий рынок, глянем, что там есть. Если мы найдем этот рынок. Друг, гражданская авиация правильно идут? Ну, здесь уже как бы машин нету. Так, покажем, что вообще есть. По каким ценам. Гольфа, я понял, здесь мы точно не найдем. Ну, допустим, фиатик. 5900. Скидка 5000. 9-й год. Угу. 11-й год. Старый уже уехали. 10 штук. Старые сюда и не ставят, наверное. Десять штук. А сколько у вас такая? 1015 до 20-ки почти почти. Да нет, здесь цены нормальные. Да, до 20-ки. Чего хочу сказать, что он большой ляма. Новый по 7-й. Новый по 7-й или по 8-й? 15-й год, 9800. Ола. Ну, это без пробега, наверное. Вот акула ребятам понравилась. Бэха. Противоугонная система. А, нормально. Противоугонка. Снят. Че почем? Хоккей с мячом. 19 лямов. Ну, штука. Капанет. Чуть больше штуки. Чего ты говоришь? Через аукцион продаются. Ну, здесь да? Тоже все страшно. 505 номера. Угу. Все страшненькие машинки. 800 долларов. Гольфик. Печальный тоже. Тоже печальный, но стоимость не печальная. Больше штуки. Цены высокие. По таким ценам мы можем и в Бресте купить. Даже смотрю, тут они все как-то с аукциона идут. Их тоже 39. Джетка. 900 долларов. Такое удовольствие. Пока ничего. Как Ога говорит, одни помойки. Среднего нет. Есть, конечно, и машина хорошая, но то, что нам надо, нет. Показывали это. Да. А, где? А ты это у себя в деревне где-то, да, снимал? Да, это за городом. Нифига, скальные стали, короче. А
обычно угодно ему. Мы нашли машину по объявлению. Поехали посмотреть. Он сказал, как у... Мы сказали, как у тебя там пороги. Говорит, все супер, нормально. Поехали посмотреть. Так, короче, утильбу. Не, у нас обманщики. Здесь вообще нечего покупать. Здесь машины возили через этот город, так что я считаю. Всегда говорят, что все отлично, там открываешь порог, пены сделал. Да там он и не парился, там не сделано ничего там. Там такие вот дыры, все видно, потолок снизу видно. Да, едем в Брест. Отличный город, красивый город, как бы, если кто хочет отдохнуть, посмотреть, думаю, много здесь достопримечательностей, но сегодня у нас просто нету времени на это. Женя нам предлагал, но... Что итоги дня? Вернулись мы с пустыми карманами. Ну, карманами нет, но не солоно хлебавшись. Да, но много-много впечатлений от дороги, от экскурсии, которые мы прошли по дороге. Ну, вообще было здорово. Ну, надеюсь, скоро мы найдем машину, и следующее видео уже будет о покупке автомобиля. А на сегодня все. Всем добра, здоровья крепкого, настроения бодрого и бабла. Правильно.